магазин в городе Фес, Марокко. Продается все. Продается все, включая еду. Пойду посудные ряды посмотрю. Посудные. Какие чудные кружечки. Национальные, похоже. Вот сувенирные танжирчики. Пустые бутылки. Пошли продукты. Посмотрим, что они едят. Вот зеленый горошек. Вот это у нас. Сахар. Какой сахар тростниковый. Масляные ряды. Масло оливковое. В разных ипостасях. Бутылочки поменьше, бутылочки побольше. Цены очень простые. 54 это 5,5 евро. Евро все знают, что по 70. Вот такие можно свинерчики купить. Марокканские апельсины Марокко, килограмм 7 динар. И это 50 рублей килограмм. Ну, это очень похоже на наше. Это рыба. Рыба здесь, кстати, поинтереснее, чем у нас. Камбала 34 за килограмм. 3 евро. Сладости восточные. Какие приправы. Но такого у нас точно в магазине нет. Торты и хлеб. Запах здесь, конечно, офигенный. Но овощи, сладости, мясо. Мясо. Семь с половиной евро за килограмм баранина. Вот такие заготовки маринованные для мангальчика. И свинины, конечно, не пьют. Маслица. Водичка. Это сыр? Моцарелла, да. Моцарелла? Ще, моцарелла. Где? Колбаска. Молочные продукты. Йогурты. Ну да, точно. Вот такие штучки маленькие. А это большая плюс, да? Вот такой вот магазинчик. Восточные сладости. Орешки. Изюм. Грецкий орех. Бобовые. Бобовые. Финики. Ну, финики, конечно, здесь просто монстр. Инжир. Оливок вам в Марокко не очень много. Вот все, что есть в супермаркете. На любой вкус, цвет,
А запах, конечно, здесь без косточек, с косточками. Такие, сякие, маринованные лимоны. Восток, восток. Соленья, огурцы. Приправа. Блин, как этот корень? Имбирь вот это, да? Вот это имбирь. Зачем мне имбирь? Имбирь. Это дрова. Чечевица любых цветов.